Такс, всем здорово, сегодня будет обзор этих тачек, все эти машины от Nissan, мне их около 5 штук, вот Nissan 180X это самая старая, а Nissan Sentra это поновее, которую я сделал вчера. Ну так, приступим. Так, начинаем обзор на мою старую машину, а именно Nissan 180X с передним частью от Nissan Silvia. Такая тачка получился. Ну, если была такая версия 180X, там где передняя часть была от Silvia. Вот ее назвали просто Nissan Sil 80 или Sil Yentu. Такая тачка получился, очень даже неплохая, хоть она и очень старая, качество здесь не такая уж хорошая, да и сама тачка что-то кривая. Но все-таки на передней части у нее ушло куча времени, потому что именно узкие фары, все эти как бы элементы всякие, но и зазоры эти. Это и делать их просто нереально было. Но я все-таки заморочился, так сделал. Собственно, очень даже неплохо получился у меня для этой тачки. Делал его примерно 8 месяцев назад или 7 месяцев назад. Ну, в общем, старая тачка. Так, приступаем к следующей тачке. Итак, стали по счету у нас идет Nissan 300ZX в кузове Z32. Такая тачка получилась очень необычная машина, именно его закругленными частями. Тоже очень прикольная, мне она нравится. Хоть тоже достаточно старая, но все равно качество здесь получше. Тоже я постарался на славу. Собственно, тоже неплохая тачка, но мы идем дальше. Так, далее у нас идет Nissan Skyline в кузове R31. Такая вот легендарная тачка получилась у меня. Все-таки я ожидал больше вот этой тачки, но у меня получилось как-то не очень. Вот крышка эта низкая, да и крыша похожа от Silvia, а не от Skyline. Да из-за этого белого пластилина, которое все липится и липится, так передняя часть была делать тоже достаточно сложно. Особенно эту опору там, где держит крышу, вот здесь. Тоже это было делать очень сложно, поэтому пришлось замаскировывать какими-то частями. Но, тоже для этой старой тачки очень даже неплохо. Так, далее у нас идет машина, которая является посвежее, которая делала его примерно месяц назад. Это снова Nissan 300ZX, правда постарее в кузове Z31. Если этот Nissan Z32, а это Z31. Такс, коротко тачки. Вот такая тачка у меня получилась, тоже очень неплохая, особенно топ-стринг, которая достаточно твердая, качественная. Такс, делать его было гораздо легче было. И передняя часть тоже получился очень даже неплохим, мне она нравится. Но эти вот слепые фары, открывающиеся, тоже получились очень неплохими, качественными. То, что я хотел, то и получил. Ну а мы идем дальше. И последняя тачка на сегодня, это Nissan Sentra в кузове B12, которая является бюджетной машиной так и в Японии, так и в Америке. Ну, обзор был на эту машину примерно вчера было. Так, тоже неплохая тачка, но все-таки есть кое-какие части неровные. Хотя нет, есть все-таки нормальные части, только колеса у меня получились не очень. Поэтому я думаю их как-то поменять в дальнейшем. Но все равно эту машину я чуток переделаю его, но не сегодня. Решил сделать небольшую как бы тюнерскую тачку, а именно на фар нацепить этот крестик, чтобы было больше агрессивности. В общем, все. Вот все мои машины от Nissan. Примерно их 5 штук. Какой больше вам всего нравится, пишите в комментариях. А мы прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И с вами был Али. Всем пока. До новых встреч.